Братишка, слушай, мы с тобой просто, ну, конечно, идеально устроились, согласись, да? Фига у тебя прическа. Да, неплохо устроились мы. Да, это классная прическа. Тачка есть, все есть. Слушай, знаешь, что там прикольно этого дома, короче? Зайди на задний дворик просто. Просто подними сюда, здесь есть своя теннисная площадка. Просто посмотри. Да. А басик есть? Слушай, басика нету, вот, но здесь есть своя теннисная площадка. Очень классный просто домик. И я думаю, слушай, ну просто повезло, да? Просто повезло, ребята, очень. Повезло, да. А, лови меня! А, нормально. Кстати говоря, да, войди в дом. Сейчас, давай в дом войдем. Так, владелец секира ретардед. Жалко, что дом, конечно, не наш. Так, кстати, жалко то, что не наш. Ну, вообще, короче, повезло, что здесь есть теннисное поле. Что, может, пойдем это, чуть посмотрим все новенькое. Да, ребят, всем привет, да, с вами Донни Кустик, и сегодня мы играем на GTA 5 RP, и это, ребята, у нас Arizona 5. Здорово, пацаны. Да, короче, ребята, у нас есть очень большая цель, очень большие планы. Сегодня мы с Кустом планируем все-таки обновить тачку, потому что, ну, меня обманули, ребята. Просто меня обманули, я покупал себе фиолетовую тачку баллосов, чтобы быть своим на районе в гетто, а мне дали розовую тачку. Короче, ребята, есть сегодня очень большие важные планы. Сегодня, опять-таки, как я сказал, хочу купить себе новую тачку, но сначала мы сделаем все очень грамотно. Мы прямо сейчас поедем в самый дорогой, самый элитный автосалон, и там посмотрим цены вообще, которые есть на машины. И после этого, ребята, мы поедем на БУ-рынок, и там будем пытаться как-то торговаться за хорошие машинки. Все, ребята, очень просто, поэтому поехали и посмотрим. И да, ребята, еще кое-что. Вот сколько бы вы дали за эти вот номера, ребята, вот за C777Y. Конечно, C и Y это может быть как бы ни о чем, но 777, ребята, это очень круто. Поэтому, Кус, короче, да, я думаю, что... Ну, ты, конечно, конечно. Да, где-нибудь припаркуемся, думаю, что как-то вот так вот, наверное, где-нибудь. Ты что меня сбиваешь? А нечего выходить, пока еще не припарковался. Все, машинку мы закрыли, и, короче, ребята, забегаем сейчас в автосалон. Так, что у нас есть? Есть бэхи прикольные, вайя, офигенные гелики. Да, короче, ребята, у меня два мульта есть, в принципе, ну, точнее, лям 700, поэтому заходим, и давайте посмотрим, что в плане ассортимент. Ё-моё, прям сходу начинается S500. А, ну это, ребят, тачка. Ема, это новенький, да, S500. Ну, он стоит 11. Короче, ладно, подожди. А в чем прикол? Типа, госстоимость и его цена. Это, то есть, как бы... То есть это типа цена закупки, что ли, его? А это цена, по которой он продается, или что это? Наверное, не очень понимаю. Наверное, их в наличии нету. Блин, нифига есть цены-то, подожди. А у тебя 2400 не будет на лансер? Не-не-не, братан, у меня всего лям 700, и... Да, здесь есть лансер за 2400, но его нет в наличии, на самом деле. Очень прикол. Не, нам тут делать нечего. Вообще, да, дорого. Здесь очень дорого. Блин, ребята, блин, о, классная резка очень. А, кстати, есть в наличии, но, блин, стоит она 7200. Блин, во, кстати, вот прикольненькая Subaru, но что за цены, блин, что за цены, ребята, дикие. Porsche, кабрик, Porsche. О, кстати, он еще, у него крыша, получается, откидывается, да? Откидывается крыша, прикольненько. Golf 3, 600, эмочка, восьмера, 8 стоит. Так, Lexus 6600, понятно. Cullinan 36 миллионов. Понимаю, так, акула за десяточку, Раптор, блин, такая бэха, ребята, просто сок, просто гляньте на нее, вай. Это вообще какая интересная, это М5 Competition, это КС или не КС? Это нет, по идее не КС, просто видимо новая, которая вот этого года. Так, что еще есть? РС-6 тоже новенькая подъехала здесь, Челленджер, вау, это я понимаю, круто очень. Так, Ламба 21 миллион, ну и в принципе, это уже Ешка получается, 63-я, 6600. Крузак 5400, то есть, в принципе, да. И еще здесь есть Rolls Phantom. Короче, цены, ребята, явно не для меня. Еще Ferrari. К тому же, блин, здесь машин вообще в наличии нету. Просто, ребята, их нету в наличии. Обалдеть, реально. Короче, что делать будем, братан? А где, подожди? Да я гелик купил, что ты хочешь? Где ты гелик купил? Где твой гелик? Так заводи. Да я потом. Слушай, а где это Е60? Ты видел эту вот бэху, получается? Она, по идее, дается. Еще какой-то есть автосалон, подожди, разве? Наверное. Не, по идее, остальные их нету, потому что, ну, я просмотрел их, здесь не было других, поэтому, блин, такое себе. Ладно, короче, сейчас сделаем, знаете что, я думаю, что мы сейчас испытаем удачу, потому что у меня сейчас есть, получается, что денежки у меня сейчас закоины. И прямо сейчас мы испытаем удачу, ребят, заходим в раздел кейс, у меня есть целых 600 АЗ коинов. И, короче, что можно сделать? Давайте мы откроем один золотой, получается, кейс.
Я бы, конечно, бы открыл бы транспортный, но он стоит аж десятку, это очень дорого, поэтому покупаем золотой кейсик. Так, я его купил, да-да, все купил. И, ребята, так, по идее, у нас в инвентаре, да, мы его классаем. Используем, ребята, здесь может выпасть, конечно, машина какая-то, но шансы очень маленькие, поэтому, короче, ребята, поехали, все, не будем тянуть. Все, я открываю кейсы за АЗ-коины, и машин пролетает очень много. Рандом, давай, рандом, давай. Ну, ничего. Что там? Стой, да ты... Что выпало? Ну, 150 тысяч мне, конечно, выпало. Но прикол в том, что у меня пролетел МРС GT63 AMG, прям вот, ну вот, буквально вот очень-очень близко. Блин, короче, поехали, я думаю, что на бурынок. Попробуем продать эту колымагу, купить новую, потому что, ну, блин, камон, кататься на розовой, на розовом минивэне. Слушай, она прикольненькая, конечно, но, типа, розовая. Я покупал фиолетовую, какого? Ладно. Все, поехали, вроде как у нас бушка находится прямо, если не ошибаюсь, на пирсе, да, или где? Да, авторынок находится вот здесь, получается, около пирса. Поехали, ребята, я надеюсь, там сейчас мы что-нибудь выберем хорошенькое, только, опять-таки, ну, мне просто интересно, за сколько здесь продают, типа, вот Е60, например, BMW, потому что они, как бы, по идее, даются за отыгровку часов здесь на Аризоне, вот, а я, ребят, что-то даже не знаю. Кстати, ребят, для вас лайфхак, как можно поднять бабла на Аризоне, заходите, регистрируйтесь, ребята, при регистрации указывайте мой промокодик, который дает вам приятные бонусы. Промокодик Дони есть и записан. Сами можете скопировать его, либо же ввести просто Дони как название канала, в принципе. Тоже с большими буквами. Так, ну мы потихонечку летим. Так, здесь мужик бегает. Понимаю. Такое ощущение, братишка, что ты, короче, вылез из 90-х или из 80-х, ну, просто. Ты там и живешь, я тебя понял. Окей, мы почти уже подъехали на самом деле. Вроде бы камеры даются за отыгровку часов. Вы бэхи. Так, подъехали мы на бурынок. Ё-моё. Так, давай, я думаю, что мы пока припаркуемся вот так, чтобы нас здесь сейчас не замучили вопросом. Да не, чтобы нас не замучили вопросами, почему продаем. Как раз узнаем номера. Ну давай, хорошо, давай сейчас зайдем, хорошо. Езжай, я пока пойду это. Так, ну давайте где-нибудь припаркуемся где-нибудь, я думаю, что... Где же припарковаться-то мне? Давай где-нибудь. Возле ламбы можешь. Вот так вот, все, паркуемся вот здесь, все хорошо. Так, использовать место продажи, кстати, можно прям, видишь, ввести, типа, и будет место продажи. А что это такое стоит? А, кстати, здесь сделано, глянь, как прикольно сделано, здесь можно подойти, цену, по идее, узнать. Смотри, то есть подходим, да? А ну-ка, вот ламба, например, почем? А характеристики посмотреть. Роллс, Кулина, 36 миллионов. Реально? Блин, или жесть. Сколько? 3600. Слушай, ну вот, например, стоит ламба, то есть госстоимость десятку, да, например, а здесь вложен лям в тюнинг и типа стоит 14. Ну, то есть, ты понял. А почему интересно, лансер стоит, да, посмотрим. Лансер 2500, слушай. 2500? Блин, ну. Слушай, смотри, какой тюнинг прикольный. Да, он прикольненький на самом деле. А почему интересно, гольф стоит, да, посмотрим. Гольф. 200. Блин, 200, слушай, прикинь, у госстоимость 3 мульта, он за 200 ее сливает. 3 мульта, да. Да, за 200 ее сливает, блин, я бы ее купился просто, вот даже не думаю, но у меня нет денег столько. А почему ты ешь это стоит? А, она не продается, что ли, или что? А подожди. Ну-ка. Дядьку, вы тут? Дядьку. Чел, можно купить Е60-ю. За сколько? За 830, короче. Просто, она, типа, стоит 0, ее, видимо, купили, точнее, получили за отыгровку часов, получается, да? А в нее вложено... Слушай, в нее вложено 900 тысяч в тюнинг только, понимаешь? А, серьезно? Да. Я не знаю, просто... Это фиолетовая которая? Вот, не, белая. Ребят, просто на самом деле, я не знаю, вот, как вы думаете, можно ли... Я просто не знаю, как бы работает эта тема или нет еще, то, что, типа, отыграв, там, какое-то количество времени, можно машину получить. Я не знаю, это работает или нет, ребята, до сих пор на Аризоне, поэтому пока очень большие вопросы по этому поводу. Спросить хотел... Тут номера продавать можно? Блин, да ладно, номера... Я эту машину не продам, пока не ведут продажи. Подожди, номеров. Я еще твой караван не впарю. Караван? Давай. Дядя на ламбе. Вам надо караван розовый и с номерами 3 семерки. Ты не видел, да? Идем, покажу. Идем. 3 семерки. Блин, что-то мне нужны номера 3 семерки. Блин, понимаешь, такие номера выпали на караван, его теперь не продать. Да. Вот в чем беда. Подожди, а сколько можно машин иметь? Просто чел, смотри, короче, есть такой варик, прямо сейчас забрать, получается, Е60, то просто даже бери, не думать. Бери, поедем, покатаемся. Ну просто прикол в том, что как бы... А сколько лансера этот?
Ну, Лансер, ее чел получил, получается, ну, просто за отыгровку часов. Я не знаю, сейчас это актуально или нет, можно ли так ее забрать сейчас, ну, то есть за отыгровку часов или нет, но здесь просто смотри, машина, по сути, да, продается, и в нее сейчас вложено 895 тысяч рублей, ну, то есть, или чего здесь, долларов, она продается как бы дешевле, чем вкачана она. То есть даже если я ее получу бесплатно, даже вкачав ее, я как бы, ну, до этого же состояния я потрачу больше бабла, поэтому, наверное, знаешь что, я думаю, что стоит ее купить. Я не знаю, конечно. Конечно, ну просто, блин, дальше подумай немножко. А если слушай, может, это, как его, господи, Макларен возьмешь? Макларен? А почему у тебя сам Макларен? 23 мульта, реально? А почему Порше продают? Блин, я вот еще бы Камри бы рассмотрел, но просто Камри не продаются. Порше, конечно, цена лютая. А, просто Камри не продают, смотрю, вообще. Там еще есть Мерс. Молодой человек, вы тут? А что за баги, кстати, прикольные баги стоит. Вот она, и вот, смотрите, баги стоит просто. Они вообще продаются, нет? Если... Там вот Камри тоже не продается или что? Просто, ребят, хочу купить Камри, на самом деле, больше. Она тоже, по сути, продается, думаю, что так же дешево, но просто их нет на продаже вообще. Ладно, короче, ребят, не будем думать долго. Я покупаю себе E60, бумер, да, вопрос только, смогу ее забрать себе или нет. Там, мне кажется, там две машины в одной. Нет, все нормально? А, все хорошо, да. Окей, ребята, все, решаемся. Стоп, что? Не понял. А почему тюнинг упал стоимость? Стоямба. Только что было написано 800 с чем-то, стало 230 тюнинг, что? 895, да. Чего? А почему стал дешевле? А, стоп, что? А было... Что? Я подошел только, чтобы было написано 230. На общую сумму написано здесь. А там... То есть, смотри, там ГОСТ, цена и плюс тюнинг 895, он за 830 продает. Не, я понял, просто было написано тюнинг сейчас 230, я не понял, что это было. Короче, ребят, все, ладно, я покупаю. Приобрести, Enter. Уведомление, у вас максимальное количество транспортных средств. Понял. Блин, понимаешь, чё, давай тебе отдам эту тачку просто, подойди ко мне, вот реально. О, давай. Давай, себе устрою на продажу, ты себе заберешь, и просто не хочу, чтобы она потерялась с таким прикольным номером, реально. Короче, ребят, такая тема, очень интересная получилась. Во-первых, Кирюха вылетел из игры, но это как бы полбеды. А, смотрите, машину мне не купить, тем более ее уже нету, видимо, ее купили или что, даже не знаю. А, прикол в том, что машину мне не купить, потому что у меня нету места. То есть я должен, по идее, продать свою машину. Вот, но продать ее в ГОС я не знаю как, я просто без понятия реально катаюсь, смотрю, не могу пока понять. А другому человеку как бы, ну, цена никого не устраивает, все хотят как бы получить максимально дешево. Вот, но, блин, такие номера мне жалко, ребята, продавать. Я просто что делать не знаю, поэтому будем думать, будем решать. Вообще даже интересно, можно как-то машину в ГОС продать или нет, потому что, ну, я просто пока не знаю, ребят. Ну, конечно, самое главное, ребят, там стояла BMW, которую я хотел забрать, но ее просто потом не стало. Я не знаю, куда она делась, либо человек вышел, либо ее уже купили, я просто без понятия. Короче, хочу еще кое-что сделать, сейчас быстренько доберусь до парковки, и я попробую купить себе еще одно парковочное место. Не знаю, как бы это сработает или нет. Возможно, дело только в парковочном месте, я смогу купить себе парковочное место, еще одно получается, и тогда купить себе еще одну машину, потому что, блин, весь город забит этими BMW, и их просто, видимо, продают, ну, за бесценок. Работает сейчас эта тема или нет, я не знаю, именно за отыгровку часов, но реально просто я без понятия. Вот, но если да, то будет, конечно, круто машину получить бесплатно. Там продавалась машина, которую можно было купить дешевле, чем, как бы, тюнинг вложен в нее. Это очень был, как бы, вкусный вариант, но, ребят, видимо, габыло. Так, подъехали мы на парковку, надеюсь, здесь есть парковочное место, потому что очень хочется купить еще одно парковочное место здесь. Так, это у нас получается для въезда на машинах, да, окей, если мы пройдем сейчас чуть дальше, то есть вот сюда, и так, смотрим. А, так, здесь у нас все скуплено. А, есть свободное место, да, то есть можно, по идее, арендовать его. А, хочу арендовать? Да, арендовал. Вы арендовали место, внесите оплату в него, так можно... Окей, хорошо, то есть, по идее, я арендовал, правильно я понимаю? Еще одно парковочное место. Давайте просто посмотрим, так, нажимаем Tab, статистика, да, теперь у меня, ребят, два парковочных места, прекрасно, причем одно из них прямо в гетто находится, максимально получилось прекрасно. Окей, давайте мы сейчас вернемся обратно на БУ рынок и там постараемся купить себе тачку. Причем, ну, очень хотелось бы купить себе, типа, Камри там какую-нибудь, или же BMW, их продают реально очень дешево. Нужно было BMW просто покупать, но я не успел ее купить. Это максимально, ребята, печально. И знаете, что я подумал? Я этот караван пока продавать не буду. Почему? Потому что, ребят, смотрите, номера у меня есть просто офигенные, реально. Вот они выпали мне просто бесплатно, абсолютно, и они очень классные. Я подумал, что знаете, что я сделаю? Я пока не буду продавать машину, а дождусь, когда на Резоне появится система, по которой можно будет продавать отдельно номера машин, потому что это
реально очень крутой бизнес. И, ребят, такие номера, как бы, это очень круто. То есть, 3 семерочки, номерок блатной. И там просто ламбы катались на обычных там номерах, типа там 105, 108, там 905. Ну, вы просто понимаете, как бы, номера обычники ни о чем. А здесь, ну, обалденные крутые номера. Я думаю, по-любому за них, ну, можно будет что-нибудь потом в будущем выручить, ребят. Не сегодня, конечно, но в будущем, я думаю, что по-любому. Так, подъехали мы обратно на Бу-рынок и сейчас постараемся урвать какую-нибудь тачку. Причем здесь вон есть Камри, но люди их не продают на самом деле. Вот здесь опять-таки вот Камри, ребят, просто стоит Камри, давайте просто попробуем, можно ее как-то купить или же нет. Так, ребят, все, наконец-то получилось, я купил себе тачку, и теперь у меня есть две машины, у меня есть Камри, ребята, купил себе Камри, поэтому за 900 тысяч рублей, да, возможно, как бы дороговато, но, ребята, это не важно, потому что я купил себе Камри. Поехали, доберемся до парковки, потому что именно, ребят, там она меня сейчас ожидает, и там сейчас я, ребята, сейчас я заберу, ребята, и поедем просто мы наваливать, ребята, бачком. Ну, конечно, ребята, что бы вы купили? Вот BMW M5 E60, получается, или же Camry 3.5? Вот чисто вот ваш выбор, что бы вы взяли? Одно из двух, вот как бы две машины, получается, что есть. Ну и да, как я уже сказал, ребята, пока минивэн продавать я не буду, потому что, ну, как бы, ну, зачем, да, такие крутые номера? Просто я подожду, пока, появится какая-то возможность продавать номера на Arizona 5, а потом уже буду, ребята, продавать эти номера отдельно от машины, потому что номер здесь по-любому стоит очень, ребята, дорого, да. Так, все, подъехали. Поехали мы уже, получается, к стоянке. Вот, получается, что нужно здесь повернуть налево. Давайте мы же так вот бочком завалимся. Ой-ой-ой-ой-ой, осторожненько. И вот, ребята, мы уже прибыли на место. Блин, у меня теперь есть Камри. Обалденно, ребята, это хорошо. Все, забегаем быстренько мы сейчас на стояночку. Так, давай. Так, подходим. И вроде как где-то я здесь арендовал. Вот ваше место, вот мое место, ребята. Все, мы сейчас заходим. И так, вот вся стоянка, машин много. И вон, ребята, вдалеке стоит моя Камри. Вая. Да, там, конечно, в тюнинг вложено немного в нее, как я понял, но в целом, ребята, вид имеет тачка. Ну, согласитесь, просто так мы сейчас ее открываем, да, все. Просто гляньте, ребята, у меня теперь есть Камри, номера, конечно, ни о чем по сравнению, получается, с моей машинкой, с моим минивенчиком, да, но слушайте, это как бы быстрая тачка довольно-таки, поэтому это меня прям очень радует. Так, мы выезжаем, и цвет, конечно, нужно будет потом изменить, потому что, как по мне, он такой немножко странненький, но в целом, ребята, прям вообще кайф, гляньте. Она прям прокачанная, это по 3.5, по идее же. Давайте мы сейчас на улицу выйдем. Так, это... ну, по идее, 3.5, да? Хотя я могу ошибаться. Но, блин, ребята, прикольненький салон. Уай, что-то было такое. Прикольненький салон в целом. Так, давай. Конечно, немножко ленивенькая, но в целом 170 уже идет, да? Конечно, минивэн не особо-то был как бы медленнее. О, там чел тупо отжимается на дороге. Понимаю. 190... Покатались мы на Камри. Туруруру. А что с геликом? Что с геликом не так? Что-то не понял вообще. Выезжаем на шоссе, ребята, и тапку в пол выжимаем. Поехали, посмотрим. Так, давай. Камри. Слушайте, ну так-то как бы 170, ну в горку, правда, идет. Ну да, возможно, далеко не самая быстрая машинка, но в целом, ребята, меня устраивает. На самом главное, что разгоняется быстро, но и вид имеет. Да, конечно, заплатил за нее немаленькие деньги, ребят, но главное, что у меня теперь есть Камри. Остальное меня вообще не интересует. 200, как бы, ребята, тачка спокойненько вообще прет. Я так понимаю, что она прям вообще без вложений, потому что там как бы вложено было в нее вроде бы 2000 рублей или что-то типа того, поэтому ладно, в принципе, потом ее прокачаем. Ребятушки, ставьте лайки, если такой прикольненький, угарненький ролик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.